Здравствуйте, меня зовут Гончаренко Ирина. Сегодня я вам покажу свою тренировку ног, а поможет мне в этом моя помощница Юля. Сейчас мы вам покажем первое базовое упражнение для бицепса бедра – румынскую тягу в свите. В отличие от мертвой тяги, здесь слегка сгибаем колени и фиксируем их. Поясница ровная, легкий прогиб. Опускаемся, насколько нам позволяет растяжка. И внизу выдох. Спина ровная, лопатки вместе. А сейчас мы переходим к второму базовому упражнению – жим ногами. Сейчас мы делаем жим ногами с широкой постановкой ног. Давай, Сима. Давим пяткой, чтобы почувствовать бицепс бедра. Делаем 15 повторений. Коленки смотрят в разные стороны. Бицепс напрягаем, бицепс бедра, а квадрицепс не напрягаем, расслабляем. Вверху выдох. И дальше мы переходим к следующему упражнению – сгибание ног в тренажере. Это изолирующее упражнение для бицепса бедра. Поднимаем высоко, плавно опускаем, не до конца. Не снимаем напряжение с бицепса бедра. Вверху выдох. Плавно опускаем напряжение. Смотрим прямо. Таз не отрываем. А дальше мы переходим к четвертому, последнему упражнению – гиперэкстензия. Руки впереди, давай скрещиваем. Опускаемся низко. Точка сгибания у нас в тазобедренном суставе. Спину держим ровно. Поднимайся. Вверху выдох. Вверху можно на секундочку задержать. Кому легко, можно брать гантельку или блин. Делаем 15-20 повторений. Спину ровно держи. Сегодня мы вам показали тренировку на растяжение и сокращение бицепса бедра. После каждой тренировки очень важно растягивать бицепс бедра. Не ленитесь, тренируйтесь с нами. Всем до свидания.